Доброе утро всем. Привет-привет. Пойдем, Притуша. Мы пошли в туалет. С Притушей. Иди сюда. Идем на улицу гулять с мамой. Быстро. Идем с мамой гулять. Всем доброе утро. Всем доброе утро. Привет-привет. Всем доброе утро. Я переключилась. Бритик, ты где? Ну-ка, быстро пошли пищить. Пошли на улицу. Сейчас я дверь открою, моя хорошая. Ой. О, красота. Всем привет, привет. Доброе утро. Бритуша, пойдем с мамой. Мама тебя выведет на улицу. О, ура. Всем привет, доброе утро, мои сладкие. Фу. Выходи быстро, давай. Пошли. Слышите, как он чихает, вон он стоит. Ну-ка, давай, вылазь. Вылазь, пошли гулять. Это Агафон мой. Ой, доброе утро, доброе. Ой, ты мой сладкий, будь здоров. Время 6 часов 30 минут. Слышите? Бритуша, пошли гулять. Вон он. Вон он шарится. Привет, привет. Сейчас переключусь. Бритуша вам покажу. Подстриглась чуть-чуть. Вон он ходит. Мой маленький. Всем доброе утро, доброе утро. Сегодня воскресенье. Мы на даче. Вот я только встала. Сейчас Бритуша погуляет, я его заведу. Ой, сегодня нет такого этого. Холода какого-то на улице, такая невероятная свежесть. Он тут лазит возле меня, вон те цветочки, ночная красавица. Вчера они распустились у нас на глазах. Это было где-то 8, между 8 и 9, ока. Такая прелесть. Вон он стоит, уже свои дела сделал, вот-вот. Красавчик. Сейчас заведу его домой. И пойдем с вами пить кофе. Люблю вас, мои сладкие. Но сегодня я ничего, да? Меня Ольга в пятницу обрезала. Я ей, конечно, не говорила так коротко. Но она меня покороче, конечно, подстригла. Но ничего. Волосы, не ногти. Отрастут, да? Сейчас включусь, заведу собаку. Доброе утро. И будем пить кофе. Завела Притушу. Все, сейчас пойдем кофе нальем и там посидим на лавочке. Тут темно. Вот что-то у меня голова еще не проснулась. Рано вчера легли. Я как всегда зеваю и прочее. Короче, мне надо обязательно выпить кофе. И привет, моя хорошая. Вы что-то мне стали писать, так приятно с вами кофе попить с утра. Ну, пошлите, попьем. Я вас приглашаю. Если вы смотрите это видео вечером, то, конечно же, я не знаю, кофе. Напишите, кто может пить кофе без вреда своему сну вечером. Если кто может, то, пожалуйста, давайте вечером. Раз, два, три, четыре, пять. Я кладу. Пять таблеток сахарозаменителя. Я много кладу, не знаю. Но я пью кофе максимум. Две чашки в день. Я не хотела сегодня вот это видео утреннее снимать. Думаю, что все время одно и то же, это утро. Хотя мне так приятно с вами сказать доброе утро, мои сладкие. Молочку положим. Какие-то у меня движения замедленные. Ой, Господи Иисусе.
Вчера в субботу мы рано утром сюда приехали. Так же дома встали в 6 часов. Пойдем нальем водичку в кофе. Простите. Простите. И в субботу мы не поехали. Тоже дела же, тоже дома что-то надо делать. Тут же шашлык нам мариновать, тут же. Там даже элементарные дела домашние, попылесосить и так далее. Все надо сделать. Это же чужой дядя нам не делает. Так же, как и вам всем, наверное. Хотя я уверена, у многих есть, наверное, какие-то помощники по дому, домработницы. У меня нет. Я, знаете, что хочу? Я хочу помыть себе пару персиков. Тарелка у меня тут есть. Что это? Какой-то кашель с утра. Вот с утра воды нет. С утра. Кока течет. Обычно в это время встаю, уже вода хорошо течет. Сейчас я возьму персик. Ой. В общем, вода мне нужна по-любому. Вроде не орал вчера, что-то с голосом. Потому что я хочу, как всегда, выпить кофе, не умываясь. Я это люблю. Знаете, вчера какое-то видео одно смотрела. Ну, от блогера я ее смотрю уже, как-то говорила о ней. И это... И она тоже видео, где я могу... Ну, она многодетная, а мать там вообще пипец. Красивая девушка, хорошая, смешная. Я просто ее смотрю, как-то нервы у меня успокаиваются. Просто для души. И это. Хотя там столько рекламы в ее видео. Она на деньги зарабатывает. У нее синдище, чем. А кому деньги-то помешают? Вот. Вот, короче, и она там тоже говорит. И лучше меня. Ну, у меня на даче-то получше, конечно. Я быстро пью кофе и с вами здороваюсь, и иду умываться, и себя в порядок приводить. Здесь же я отдыхаю. А она что-то видео говорит. Типа, сейчас я там едену. Боже, белочки бегают, я испугалась. О, груши мои, вы красавицы. Здесь только белок. А они, короче, жрут грушу. Они любят груши есть. Это огромное дерево у нас наверху. Вот если сейчас на крышу начнут падать груши, мы как раз под крышу, вот, как вам ее показать, вот она, садимся, она, это крыша, она, точно она там сидит, кушает, я вам ее сейчас покажу, может быть. В общем, а вот эта крыша находится вот над этим столиком, на котором я сейчас сяду. В общем, я про это вам не рассказала. Анна Были ее зовут. Может, многие ее знают. Слышите? Бегает белка. Что-то у меня кашель вот такой. Но я все списываю на последствия чего-то. Чего вслух говорить не буду. А то это закидают шапками еще. Надоели уже. Ладно. Ох, какая шустрая обезьяна. Ага, шумная. Сейчас я дверь закрою в дом. Пусть мой муж там это спит. Еще слишком рано для них просыпаться. И Бритуша, он сходил в туалет, и все. И пусть он спит, у него завтрак ровно в 9. Мамочка так его кормит по часам. Есть возможность, слава богу.
отхлебнем живой воды. Бляха, муха, простите. Пролила себе на ноги. Схватила вместе с салфеткой. Короче, Оксана такая Оксана. Оксана такая Оксана. Слышали? Это обезьяна. Обезьяна, белка, она теперь не даст нам этот кофе попить и поговорить. Они знаете, что делают? Вот она залезла сейчас. Слышите, что? Она берет грушу, разгрызает, выгрызает серединку из груши, остальное все выкидывает. Я просто кофе хочу, что делать, не знаю. Пойдем туда. Знаете, куда? Это мой муж называет это место. Всем доброе утро. Давайте кофейку наливайте. У меня вон с молоком, с таблетками, с сахарозаменителем. Где эта обезьяна? Тут из-за крыши их не видно. Ой, какая у нас эта груша огромная. У нее рост, я не знаю, сколько ей лет. Ну, ей лет 40 точно, наверное. Вроде не гремит, пошлите за стол. Если начнет греметь, я ее буду переключусь на дальний свет, хотел сказать. Видео переключу и будем искать белку. И шугать. А как ее шугать? Камнями, что ли? Ой, короче, утро доброе. Это так и есть. Хорошо с утра. Но я чувствую, сегодня будет... Это я не причесывалась. Вот так, видите, как лежат волосы. Подстриглась. Уже не вот так вот не торчат, как у этого. Баба и напротив. Простите. У меня есть вот... Восхитительно. Еще один персик. Ой, тут лучше пах, сильнее. В общем, я сижу, два персика и чашка кофе. Что может быть лучше, да, с утречка? Горячий кофе и два холодных персика. Я вам что... Пилка же меня напугала, про Анну Беллет рассказывала. Тоже она говорит. Домашние дела там какие-то свои снимала. И говорит. Слава богу, говорит, все переделала. Единственное, только не умылась еще. А время уже обед. Это ужас. Ну, до обеда у меня не бывает. Ну, выпить кофе с утра не умытая я могу. Хотя пусть весь мир подождет. Сначала надо выпить кофе. Совсем меня Ольга что-то это подкоротила. Ну, ничего. Вот здесь вот прямо на мне ту сторону. Видите, как сделала коротко. Я говорю, давай, говорит, тебе Оксана ушко открой. Грызет, что-то грызет. Груши уже не валятся. А они тут не боятся людей. Прям кушает что-то где-то. У меня вот этот вот сосед, который Андрюха, вот у нас тут. Они на Балхаш уехали с семьей. Они наши соседи здесь на даче. И где мы живем, они рядом живут с нами, оказывается. У него жена и доченька Аришенька. Такая милая, такая девочка, супер, как я детей люблю. В общем, они поехали на Балхаш. Это я всю белку это смотрю. И, в общем, это нашего того соседа через дачу Ренатика, с которым мы дружим, попросили посмотреть там, ну, за дачей. Потому что мало ли что, но все равно. Алкаши могут залезть. Простые алкаши. К
которых алкашей здесь дофига. Я раньше здесь жил, он там алкаш. Слава богу, продал свою дачу. Вот эти персики. Вот эти с красным. С красной штукой вокруг косточки. Вот так может сфотаться вам на привет. По-моему, я не сильно лохматая, да, для этого? И света мало, да? Хочу с персиком на превью. Ладно, короче, дурю маяться с утра не буду. В общем, вы же не против, чтобы я покушала персик с вами. Приятного аппетита. Давайте кофе пейте. И кушайте что-нибудь со мной вкусненькое с утра. Мне сегодня, видите, даже не приходится заматываться в плед, потому что еще семенит, уже чувствуется, сегодня будет даст жару нам солнышко. Интересно, во сколько надо было встать, чтобы было прохладно. Ну, мы пошли спать вчера между 9 и 10. Было восхитительно. Но вчера день был не жаркий. И вот этот с горы он оттуда воздух. Он прям открыл часов, наверное, уже 7-8 стало. Туда так потихоньку свежесть нести. Это ваше здоровье. Люблю вас, мои хорошие. Вчера вообще не могла ничего снимать. Вчера был какой-то аномальный день. У меня тарелка не стоит. А, вчера я сняла уже вечером. Ночью, когда было темно уже, перед сном, уронила косточку от персика. Какая красота. Вот эти с красной дырочкой. С краснотой самый вкусный персик. Это лохматые, это не нектарины. Вкусно. Я знаю, что вы не против, чтобы я кушала с вами, пила кофе. Вы мне неоднократно уже писали об этом. Снег бежит. Как освежает с утра. Вчера вечером я сняла, короче, просто таппинг по деревянному вот этому столику. Мы просто сидели тут с супругом, и я начала просто ногтиками вот так по столику стучать. Он говорит, такой звук приятный. Что-то такое таппинг. Таппинг, говорит, не снимешь. Да прикиньте. Я говорю, уже профессионал стал. Вот. Мой муж уже знает. Не постукивание, а таппингом. Давай, говорит, я за домом там сидит, пойду посижу там. Семечки пощелкаю, сними такое видео. И я на 10 минут сняла. И такое. Фастаппинг. And scratching. Прокачаю вам его. Я все-таки люблю классический вот такой снэп. Именно там постукивание такое, царапание, там все такое, звуки всякие, триггеры. Обожаю. Еще раз хочу сказать всем доброе утро. Всем привет, мои милые. Всех вас люблю. Обожаю, уважаю и благодарна очень. Отдельный привет хочу сказать людям, которые видят меня впервые. Меня зовут Оксана. Это канал Оксана АСМР. Я не сумасшедшая бабка.
Это просто канал такой. Вот, все. Это АСМР-канал. И вот так здороваюсь я практически каждую неделю со своим любимым зрителем. Вот и все. Сегодня у меня хриплый голос. Сейчас доем кофе. В общем, оставайтесь на моем канале. Если вы первый раз случайно как-то забрели, посмотрите другие мои видео. Я там не везде такая сижу кроссовишна с утра. У меня разные видео. В общем, это АСМР-канал. Всех приглашаю к себе в гости. Люблю вас всех, мои хорошие. Ой, ветерок какой задул теплый. Ветерок нам теплый. Обычно в это время холодный ветерок, и я на себе даже что-то же одеваю. За вас. Угу. Белочка убежала, но, видать, видит, я тут лазю. Почувствовала мою энергетику, что я не хочу, чтобы она груши мне на голову кидала. Так, все. Вот. Поэтому вчера поздно вечером уже просто при освещении фонаря. Было бы здорово ответ вопрос снять. О, так благодарна, вы мне столько написали уже там материала для видео. Я не знаю, там, если одно видео снимать, часа два будет, наверное, точно. Вопрос-ответ. Спасибо вам. Спасибо вам, мои сладкие. Столько много вопросов. Я отвечу на все вопросы. Но, во всяком случае, зачитывать я буду точно все вопросы, на которые вопросы я не могу ответить или не хочу. Я вам так и буду говорить, что не могу ответить или не знаю. Вот и все. У меня нет такого, чтобы кто-то написал вопрос, мне не понравился, я его просто проигнорировала, и все, нет. Я всех вас скриню, все вопросы, скриню. И вот он. Я вот когда смотрю вот на такое, я всегда думаю, мать природа, да? Это же что-то, какая красота. А вкуснота. Я тоже. Кто не понимает, почему я на несколько секунд замираю иногда в разных видео. Я просто это делаю, чтобы сделать... Ну, я ленивая жопа иногда бываю. И чтобы сделать превью, отдельно не снимать видео, я так иногда делаю, простите. Просто я сейчас персики съем, их больше у меня там нету. Так бы я могла отдельно снять. А я хочу с перчиком. Ой. В общем, вчера утром мы рано-рано встали, в 6 часов дома тоже. Я будильник завела. Всем, кто завтракает, или просто что-то кушает. Приятного аппетита. Если нет, возьмите что-нибудь. Со мной пожуйте. Компанию мне составьте. Люблю вас. И мы быстро позавтракали дома. Забрали сумки, и мы были рано-рано здесь. А я вам хотела фильм ужасов рассказать, но не знаю, стоит ли это делать с утра. Наверное, я вам это расскажу, когда макияж сегодня буду делать. Я сегодня буду макияж снимать. Если Бог даст, мы в воскресенье сегодня вечером приедем домой, я выложу вот это видео и макияж. Ну и вы поймете, о чем я говорю. Просто в 6 утра. Я не хочу пока об этом говорить. Мы вчера целый день приехали вдвоем. Третья — это наша собака. Андрюха уехал на Балхаш. Это огромное озеро, если вы не знаете. Огромное озеро в Казахстане. Половина, которая пресноводная, половина соленая. И там очень много рыбы. В общем, они уехали отдыхать. И мы тут одни. Тут только вот Юлечка,
Ой, Яночка с Сашей вот тут молодые-то, которые, которых букля-букля собака. И мы одни были. Ренат к нам заходил только поздороваться, хотя мы его приглашали вечером на шашлыки, и он что-то уехал по работе и так и не зашел. В общем, мы были одни. Мы хорошо отдохнули. Мы много готовили. Опять наготовили целый таз овощей, гриль, чашку мяса. Ну, как всегда. Арбуз сюда вкусно купили. Дынька там у меня лежит в холодильнике. Угу. И думали, этих нет, никто не шумит, но сегодня шуметь не будет никто, когда буду снимать видео. Если только далеко собаки будут лаять или дети купаться. Ой, как вкусно, боже. Мало кофе, да еще. И, в общем, мы готовили. А тут у нас, знаете, как в песне поется. У нас тут на одной заброшенной даче появился сосед. В общем, расскажу вам про него, когда буду краситься. Сейчас даже говорить о нем не хочу. Он вчера нам, мне лично, ну как бы, не то что сказать, настроение испортил. Благодаря этому, понимаете, человеку, я тут не своей семье думала, общалась там, а вся речь о нем шла. Ну это просто пипец. Он достал нас вчера. Он достал. Я уже, честно, дошла до того, я просто послать его хотела. Ну, не знаю, не довел видать до такой степени, чтобы послать, короче. Кофе уже нету, жалко, как маленькую кружку взяла. В общем, потом буду краситься, чуть-чуть о нем расскажу. Еще Ренат нам про него рассказал. Ренат же здесь живет. Так, моя хорошая, я уже тут на полчаса, по-моему, с вами кофе попила. Что попала? Она говорит, надо в душ идти, пока воду совсем не отключили. С такой струей я еще смогу, там напор есть. Бойлер включен у нас всегда. Пойду в душ. Давайте, всем доброе утро. Всех вас люблю, обожаю, уважаю. Пишите мне, мои сладкие. И вот я про вопрос-ответ, о чем вам говорила. Я обязательно сниму все ваши вопросы. У меня заскринены. И я бы, конечно, хотела вечером вот так спокойно на даче снять это. Но, возможно, дома придется, потому что мы сейчас в пятницу не ездим на дачу. Так вот получается. У нас уже второй раз. А в субботу, вот, например, вчера тоже как-то не... Ну, то готовишь полдня, потом покушаешь, хочется расслабиться, то зайдет кто-нибудь, то еще что-нибудь. В общем, вчера у меня почему-то не было желания снимать. Бывает такое тоже. И я себя не очень как-то чувствовала. Что-то вчера что-то было, короче. Вечером вот это я тапик маленький сняла и все видео. И еще мне так муж говорит... Ну, сними тапинг вот по деревянному столику. Это же у тебя столько зрителей, которые любят триггеры. Я говорю, Господи Иисусе, ты уже тоже в теме. Ну, ладно. В общем, пошла я умываться, моя хорошая. Сейчас умоюсь. Я вам всегда план на сегодняшний день озвучила. Устала рука. Такая супер полосатая тельняшка у меня тут. И это... Уже надо быстрее, короче, заниматься делами. Будет жарко. Птички начинают петь. Все, пойду сейчас посуду унесу. Схожу в душ, приведу себя в порядок. И сяду здесь, вот за этим столиком, снимать вам макияж. Хочу красиво как-нибудь накраситься сегодня. Поболтаю вам, расскажу вам о замечательном соседе, как песни поются. Ну, чуть-чуть. Может, еще что-нибудь расскажу. Тебя покрашу. Тебя покрасить сегодня? Покрасим. Мы будем красивые в воскресенье, да?
Да. Так. Давайте, люблю вас. Люблю вас. Целую. И пока-пока. Доброе утро. Птички начали петь. Белка убежала. Красотища. Вон там солнышко встает. Вон, видите, солнышко встает вон там. Вон там у нас восход, а вон там у нас закат. Вот видите, какая красота. Смотрю опять не вам в глаза. Вон там солнышко встает. Мои вы милые, люблю вас. Люблю вас. Тот, кто меня не может видеть, а может только слышать, оказывается, есть такие у меня зрители. Всем привет вам и доброе утро. Люблю вас. Слышите птичек? Вон они, вон там. Они только проснулись. Как хорошо. Хорошо жить. А жить хорошо еще лучше, да? Давайте. Давайте вон там виноградик у меня. Пока-пока. Доброе утро. Пока-пока.